Нет, но еще раз всех приветствуем и начинаем. Мы сегодня будем говорить о проекте Женес. Вы видите, логотип компании изображен фонтаном молодости, и это не случайно. Потому что еще древние шумеры упоминали в своих писаниях о неких фонтанах. И якобы найдешь такой фонтан, напьешь из него воды и останешься в возрасте 30 лет навсегда. Тысячелетия будоражили мы человечество, как остановить процессы старения. Никто не хочет стареть, болеть и умирать. И вы скажите, пожалуйста, вот кто бы хотел прямо, начиная с сегодняшнего дня, сбросить это к лет 15-20? Да, мечта человечества сбылась, и Женес, почему фонтан молодости Женес? Потому что компания вышла на рынок с уникальными коллекциями, которые позволяют останавливать процессы старения и поворачивать их вспять. Начинаем. И будем говорить сегодня языком фактов. Процесс неизбежности старения, ну, об этом никто не задумывается. Просто когда это происходит, все воспринимают это как должное. Хочется, не хочется, но оно так есть. И начинается это задолго до того, как мы испытываем активный процесс старения. То есть, что такое заболевание? Мало кто задумывается. Ой, болячка появилась, надо таблетки пить, и все. Но на самом деле это уже включился механизм старения и даже уничтожения организма. И когда мы набираем там к 60-65 годам 5-7 хронических заболеваний, это процессы быстрого старения. И когда мы наблюдаем за публичными людьми, то после 50 вот эти процессы, они бывают очень скоротечными. И каждый предпринимает что-то. И сегодня мы живем в то время, когда ученые ответили на вопросы, почему это происходит. Наблюдая за очень быстрым старением и так называемым нормальным, ученые пришли к выводу, у них один общий знаменатель. Вот слева молодой парень, ему всего 15 лет, а справа 100-летний человек. Общий знаменатель каков? У человека, который справа, у него уже ген, который отвечает за омоложение и регенерацию тканей, выключился. А у молодого парня, к сожалению, он даже и не включался. И поэтому, когда молодой парень был и уже в 5-летнем возрасте, он уже соответствовал там возрасту 40 лет. То есть сразу пошел процесс старения. И сегодня все объединились в ответе, почему мы стареем, потому что стареют наши клетки. А почему стареют наши клетки? Потому что повреждаются ДНК. Что такое ДНК? Мы все с вами учили биологию, но, наверное, у нас у всех были двойки, у меня в том числе. Я даже вообще не знала, что такое ДНК. И когда я начала использовать продукцию Женес, я начала изучать эти вопросы, я чуть-чуть образовалась в этом направлении, получила образование, вернее. ДНК – это наш генетический код. Это то, что нас отличает друг от друга. Каждый человек считает себя особенным. И это на самом деле так, потому что мы все особенные, мы неповторимые. Ну, за исключением, может, там, близнецов, да? То есть ДНК – это те чертежи, по которым формируются наши с вами клетки, строятся клетки, потому что организм живет за счет деления. И чтобы новая клеточка делилась, ей нужен, грубо говоря, рецепт, инструкция, как должна быть создана новая клетка. Так вот, ДНК – это огромное количество молекул, которые отвечают. Представьте, вот сколько у нас органов в человеке. Каждый орган, у него есть свои собственные клетки, они строятся по особым чертежам. И чертежи это находятся внутри наших клеток. Клетка, внутри есть ядро, а в ядре 23 пары хромосом. 23 пары хромосом имеют две нити спиралевидные ДНК. Это и есть те гены, которые формируют инструкции, по которым строятся новые клетки. Как мы знаем из биологии, наш организм живет за счет деления клеток. Вот нижний снимок белым выделен. Клетка набирает в два раза больше ингредиентов, образуются два ядра, потом клетка делится, молодая живет, старая уничтожается. Это и есть, да, фотокопия. Так вот, когда вот эта фотокопия как верхняя, когда все процессы и обмен веществ, и вовремя клетка набирает все эти ингредиенты, и когда клетка сильная иммунная система, ну, как обычно, до 30 лет, не зря есть поговорка, все проблемы после 30. Да? Но когда организм атакован свободными радикалами, курение, алкоголь,
неправильное питание, стрессы. Мы живем там, кто-то живет в зоне, где чистая вода, кто-то нет. Кто-то, да, вот недавно в Москве страшная какая-то была загазованность, это тоже угроза. И когда наш организм ослабевает, внутрь клетки попадают всевозможные вирусы, инфекции, токсины, там, ядерные частицы, все, что связывается с нашим ДНК и меняет, грубо говоря, меняет нашу инструкцию, наш рецепт. И тогда наши с вами клетки уже мутированные, но как здоровые живут за счет фотокопии, так и поврежденные тоже фотокопия. Так почему же вовнутрь проникают кто-то и меняет нашу инструкцию? Что это за безобразие? Но ученые ответили, что отвечает за это как раз теломеры. И теломеры такие, концевые участки хромосом, вот эти наши рецепты, наша ДНК, наши, которые находятся в спиралях ДНК, в хромосомах, на концах есть участки, вот они красным выделены, называются теломеры. При каждом делении клетки фрагмент теломера разрушается. Так устроен организм. Есть ингредиент, который его достраивает. Но с возрастом, когда этот ингредиент перестает работать, при каждом делении клетки разрушается теломер, и тогда хромосом, база данных, она уязвима. Туда может проникнуть все, что угодно, охранных колпачков нету, и изменяется, например, проник какой-то там, не знаю, наша, например, щитовидная железа очень любит йод. Но если мы съели там какой-то йод радиационный, то есть некачественную морскую капусту или рыбу, которая имеет ну, какие-то токсические вещества, и тут же идет соединение, и тогда уже каждая последующая клетка копируется, она измененная, и начинается хроническое заболевание щитовидной железы. Так и с любым органом. И вот эта теломерная теория старения, она сегодня самая доказательная и самая убедительная. И вот эту методику доказала всему миру, что можно этим процессом управлять и повернуть процессы разрушения в пользу нашего с вами организма. В 2009 году Элизабет Блэкберн и группа ученых получили Нобелевскую премию за то, что она объявила, что теломеразу, которая достраивает теломер, ее можно активировать, и она будет бесконечно достраивать теломер. Сегодня теломеразу называют источником бессмертия, источником юности для формирования новых клеток и возможностью размножаться клеткам без старения. И как это происходит? У теломеров, вот слева такой коричневый вектор, я нарисовал стрелку такую, у него определенное количество пар деления. То есть, если теломераза не работает, тогда теломер разрушился, 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 до определенного момента дошло, клетка начинает мутировать, деформироваться, но достигая определенного кризисного уже участка, тогда уже клетка просто гибнет. Так вот, теломераза, она производится внутриклеточно, да, клетка ее сама производит. Но почему она перестает работать? Почему у нее нет активности? Почему этот процесс разрушения происходит? Как все живое, теломераза должна жить в определенной среде. Но если внутри клетки скапливается гораздо больше токсинов, чем нужно, она, знаете, как вот человек выпил лишнего алкоголя, и он ничего, ему уже неохота работать, он уже песни бы горланил или вовсе бы лег и заснул. Вот так и теломераза. Она отключается и не работает. Но если воссоздать нормальный внутриклеточный баланс и активизировать теломеразу, то есть ей дать те вещества, благодаря которым она станет живой, активной и работающей, тогда она начнет достраивать теломер и обеспечит нам долголетие. И мы живем в то время, когда это уже доказано на мышах. Видите, верхняя мышка короткие теломеры, нижние длинные. То есть, когда разработали вот эти биоингредиенты, которые помогают активизировать теломеразу для теломер, мышек начали кормить, и видите, нижняя мышка, у нее даже восстановилась репродуктивные функции. И верхняя мышка такая располневшая, седая, аморфная, инертная, а нижняя с длинными теломерами, здоровая, поджарая, энергичная. И вот эта методика, она легла в основу одного из, да, источников фонтана молодости Женес. Он называется продукт Финити. Мы просто пьем две капсулы утром, две капсулы вечером. Наша ДНК поврежденная восстанавливается.
То есть ремонт нашего ДНК создает внутриклеточный хороший редукс-статус, то есть токсический баланс. Ненужные токсины через клетку уйдут. Если внутри клетки живут какие-то там инфекции, вирусы, бациллы, микробы, точно так же весь этот процесс будет выведен из клетки. Тогда создастся хорошая среда для теломеразы. У нас есть уникальный биоингредиент, который, грубо говоря, ее накормит, и она будет активной, будет удлинять теломер, и мы с вами долгожители. То есть у кого длинные теломеры, у тех людей нет опухолей, у тех людей нет хронических заболеваний. Эти люди вообще не болеют никакими вирусами, инфекциями. И самое главное, здесь есть те биоингредиенты, которые создадут очень хорошую качественную среду внутри наших с вами сосудов. Стенки сосудов будут эластичными. Эндотели, то, что внутри есть, там не будет никаких холестеринов, никаких клеящих белков, будет хороший обмен веществ, и тогда по нашему кровотоку будет очень хорошо циркулировать наши собственные стволовые клетки для того, чтобы регенерировать уже разрушенные системы. Потому что функция стволовых клеток внутриклеточно, внутри нашего организма одна – восстанавливать наш организм. Регенерация – обновлять наши ткани. И когда запускается вот этот механизм внутриклеточного управления, обеспечивается, конечно, здоровье и долголетие. И главный ингредиент Та-65. Это молекула, которая микродисперсной эстрацией выделена из корня астрагала. Корень, у него там тысячи молекул. Но одна, сертификаты есть, да, конечно, в 100 стран мира, да, доставляется продукция. И когда мы выделяем, представьте, микродисперсная экстракция, это совершенно уникальные технологии, потому что не просто когда вы в порошок перемололи или там размяли, или там что-то еще в пюре переварили, молекулы, когда вы выделяете, и для того, чтобы создать, например, вот одну коллекцию месячного употребления, необходимо переработать 2 тонны растений. И единственный в данный момент в мире активизатор теломеразы с клинически доказанной эффективностью. Что это значит? Пока ученые не обнаружили других биоингредиентов, которые могут воздействовать на теломеразу. И плюс еще одно преимущество компании Genes, патент на технологию активизации теломеразы принадлежит Genes. Что это значит? То есть сам биоингредиент по себе, он, например, если у вас внутри уровень токсинов превышает норму. Некоторые говорят, а мы вот там пьем на детоксикацию и так далее. Да, очень хорошо люди очищают кишечник, почки, печень, да, кто-то. Но внутриклеточные токсины, если, например, у вас внутриклетку попал цезий-137, никакая вода, никакие детоксификаторы вам не помогут от этого избавиться. То есть нужна внутриклеточная сила. И пока этого не произойдет, редукс-статус не восстановится. И здесь есть все те биоингредиенты, которые обеспечивают все эти уровни, я уже говорил, и глубокую, в том числе, детоксификацию внутриклеточную. И секрет долголетия открыт. Сегодня мы можем использовать вот такие молодильные яблоки, жить дольше, без маразмов, без альцгеймеров, паркинсонов, сахарного диабета, потому что, когда вы используете 3-4 месяца вот этот продукт, уходят даже наследственные хронические заболевания, уже есть там у нас в группе много-много примеров. И сегодня еще поговорим про ключ к долголетию стволовой клетки. Есть люди, которые что-то слышали, что-то видели. Есть люди прогрессивные, есть люди очень прогрессивные. Уже сегодня сотни тысяч людей ищут возможности омоложения стволовыми клетками. Есть люди, которые еще с палками-копалками падают в обморок. О, конец света, тому что от этого все померли. У стволовых клеток нету функции уничтожать организм или там еще с ним что-то делать. У стволовых клеток их достаточно в теле каждого человека, у них есть одна функция – обновлять наш с вами организм. Других функций нет. Они делятся на две категории. Те, которые живут ствол – основа, стволовые клетки, которые живут в спинном мозге. Единственное, что они делают, они бесконечно делятся. Не дифференцированы, живут в спинном мозге. Они выполняют одну функцию – бесконечно обновлять друг друга. Недифференцированные молодые стволовые
стволовые клетки. И когда клеточка рождается, тут же рождается вторая, она превращается в клетку крови. И она живет в крови. Это взрослые стволовые клетки. Взрослые стволовые клетки могут превращаться в любые другие. Это доказал еще профессор Максимов в 1909 году. И вот эти клетки, они несут функцию восстановления, обновления, регенерации всем тканям. Они могут превращаться в любые клетки. Клетки кости, печени, поджелудочной железы, почек, коллагена, эластина, там, не знаю, эритроцитов, тромбоцитов, любые, в нейронные клетки. И как происходит? Например, разрушается какой-то орган, какая-то система. Стволовые клетки получают сигнал, и по кровотоку стволовая клетка направляется в нужном направлении, превращается, например, в клетку поджелудочной железы и запускает механизм деления клеток. Таким образом, когда обновился уже, запустился механизм регенерации, функция выполнена, и уже вот эта бригада МЧС или бригада скорой помощи может быть свободна. Вы правильно говорите некоторые, а если так все здорово, что ж тогда у нас нету этого вечного омоложения? Ну, потому что с возрастом у нас очень многие функции организма меняются. У нас становится более густой кровь. Вы знаете, кровь соленая, а при диабете она сладкая. То есть вот эта соленая сыворотка превращается в сахарный сироп. Уже непроходимость и вязкость, нарушение кровообращения. Далее, например, если у нас еще склерозирование сосудов, если у нас холестериновые бляшки, если у нас клеющие тромбоциты, например, да, и тут холестериновая бляшка, тромбоцит приклеился, все. Уже никакая клетка мимо не пройдет и ничего не будет. Это как, знаете, пример, вы вышли из дома, вам надо сесть за руль и ехать, а на дорогу кто-то высыпал огромное количество щебенки. То же самое и здесь. А вот эти физические, всяческие, всякого рода изменения, к сожалению, они замедляют процесс регенерации, а очень часто и вовсе, как сказать, являются препятствиями к тому, чтобы по кровотоку у нас двигались наши с вами стволовые клетки. Особенно это тонкие капиллярные сосуды, это тонкие всевозможные протоки и так далее. И как же вообще вот эти стволовые клетки замечательные, они узнают, куда надо ехать и что делать. То есть им же никто там не позвонит или не свистнет, там, приезжай, тут у нас авария. Но есть внутри организма, наши с вами стволовые клетки, они сами производят так называемые сигнальные молекулы. Вот, если 260 клеток, 260 и факторов роста. И они делятся на три категории: интерлейкины, цитокины, простагландины. Это биология. Некоторые прям, о, медицина, конечно. Это биология, ребята. Все, что внутри нас, все, что связано с органами и тканями, это биология человека. Так вот, они выполняют только одну функцию – сигнал. Приплыла по кровотоку, там, не знаю, интерлейкин, стволовая клетка поняла, разрушается иммунная система, надо там формировать Т-клетки, да, лимфоциты так называемые, чтобы справиться или с раковыми клетками, или там с вирусами, с бациллами, с паразитами. И в понедельник покажу вам один замечательный фильм. Мы с вами в пятницу для будет командная школа. Я приготовила вам очень новый интересный показательный фильм, и мы будем рассматривать некоторые процессы по физиологии, чтобы у вас было понимание, как вот продукт резерв, потому что на подходе наш уникальный продукт, чтобы вы знали, как он работает. И по кровотоку приплыла, тогда стволовая клетка понимает, надо превращаться в Т-клетки лимфатические. И запустился механизм, клетки делятся, они здоровые, чистые, красивые. И тогда иммунная система заработала, и она... Что такое поп-поп? Роп-роп? Наверное, как-то вы написали. Елена, вы написали какое-то слово, не пойму, на каком языке. Рол, поп-поп. Ну и...
Это можно сравнить, а, это замечательно. Когда запускается механизм вот этой регенерации, то тогда наш организм омолаживается. И с возрастом, когда эти все процессы остановлены, осложнены чем-то и идет замедление. А с возрастом наоборот, наш организм набирает огромное количество токсинов, иммунная система ослабевает, это и свободные радикалы, это и инфекции, вирусы, паразиты, и тогда наш организм не справляется. И идут процессы старения. И вы знаете, мы с вами живем в такое потрясающее время, когда люди делают очень много научных открытий. Мировой лидер, разработчик Формтал, запатентованный технологии взрослых стволовых клеток, доктор Натан Юман. Это человек, который возглавляет лабораторию красоты на Беверли-Хиллз. Он признан лучшим пластическим и лазерным хирургом. И как он говорит, что я всю жизнь копался в подкожном жире, потому что делая пластические операции, каждая вторая фактически имеет какие-то осложнения. Особенно, когда он работает, например, пересадка кожи, когда да, какие-то аварии, пожары, ожоги, и надо именно спасать человека, помогать быстро. А очень часто бывают и отторжения, это какие-то там заболевания, инфекции, ну и килоидное образование. И вот он говорит, я копался всю жизнь в подкожном жире, мне казалось, что именно там скрыта какая-то тайна. И когда он наблюдал через микроскопы, как живут клетки, как они себя ведут, он сделал открытие, что максимальная концентрация стволовых клеток в теле человека над кожей находится в жировой ткани. Они легко изымаются, не надо брать чужие, донорские, инородные клетки для того, чтобы запускать в тело человека и запускать механизм регенерации. Потом наши стволовые клетки, они сегодня делают уникальные вещи. И сегодня мы в средствах массовой информации, в YouTube огромное количество видео на эту тему, как работают и что делают наши собственные стволовые клетки. И доктор Натан Юман создал уникальную сыворотку, потому что ему удалось медиумы, то есть он поместил в жировую ткань, оттуда выделил стволовые клетки. Потом он начал наблюдать за стволовыми клетками. И стволовые клетки, которые производят факторы роста или сигнальные молекулы, он именно эти молекулы сохранил в сыворотке. Что такое сыворотка? Это вода, обогащенная всевозможными солями. Почему кровь соленая у человека? Ну, наверное, чтобы наши всякие кишки-потрошки не протухли, а жили в соленой воде. Ну, шутка. Но и тогда вот эта уникальная сыворотка, в которой сохранили сигнал, здесь нету тела, ткани, жира, крови, ничего абсолютно. Сигнальная молекула. Можно как сравнить? Вот есть у вас тело мобильного телефона. Но сигнал. Мы берем трубку, разговариваем. Сигнал, смс-ка пришла, сигнал на подзарядку поставить. То есть вот эти сигнальные молекулы. И он начал делать инъекции. Представьте, вот одна инъекция дает вот такой чудодейственный совершенно результат, когда омоложение происходит на глазах. Не то, что там разгладились морщины, меняются черты лица, они улучшаются, возвращаются. Была упругость, коллаген, эластин, регенерация тканей. Благодаря тому, что, представьте, ввелась под кожу сыворотка с сигнальными молекулами, они проникли на третий жировой слой, где живут максимальное количество концентрации стволовых клеток у человека, и получили, иди, работай, регенерируй. И тогда тут же нашество, не чужие, начинают включаться в работу. И вот снимок нижний, это вообще, конечно, уникальные вещи, потому что 2 года, 2 года использование сывороток Натана Ньюмана, представьте, регенерации тканей. После онкологии удалена полностью костно-хрящевая ткань. 2 года прошло, восстановлено. Без имплантов, без донорских частиц, свое собственное. И сегодня, благодаря вот этой методике, открыто огромное количество центров регенеративной медицины, где уже в колбе по матрице выращиваются зубы. У нас одна женщина была на конференции, она упала в обморок и сказала, что это так не бывает, это все вообще такая неправда. Но для того, чтобы проверить, войдите на YouTube, найдите. Я видела фильм, я смотрела это, как выращивают, почему сегодня нет методик для каждого выращивать зубы, потому что есть там еще пока некоторые «но»,
которые, ну, не гарантированно, то есть, что ваш зуб вырастет там 2 сантиметра, а не 10. Поэтому вот эти методики, они пока еще в процессе разработок. Но японские ученые, например, уже выращивают сетчатки глаза и спасают уже зрение огромного количества людей. Выращен фрагмент носа, выращены суставы. Суставов очень много выращено. Мышкам, кроликам приживляются, бегают. Почки. В 2015 году в России уже ученые обнародовали, что будет предъявлена полностью поджелудочная железа. И представьте, это как Малышева в своей передаче показывала, рассказывала. Представьте, как будто вы пришли в автосервис, у вас больное сердце разрушенное. Вы забирают ваши клетки, раз выросло, вам поменяли, вы вырастили ваше сердце, заменили на здоровое, пожалуйста, идите. И в 1946 году, когда появились, помните, антибиотики, антижизнь. А сегодня регенеративная, восстановительная медицина. И когда Рэнди Рэвендел Льюис услышали о том, что есть такая уникальная сыворотка, у Рэнди болело колено, они поехали на Беверли-Хиллз, была сделана инъекция, через 5 дней перестало болеть колено. И тогда они стали говорить с Рэнди, то есть это бизнес-пара, это люди, которые создали очень много проектов и вникли в суть ситуации, как и что, и какая перспектива предложили. Создать сыворотку, которая будет доступна большому количеству людей. Потому что инъекции это очень мало. Она сыворотка, которая, ну, очень дорогостоящая, во-первых, до 10 тысяч долларов. И тогда доктор Натан Ньюман снова пошел в лабораторию колбы и 248 факторов роста, в теле человека 260, удалось сохранить в активной сыворотке, подчеркиваю, здесь только сигнальные молекулы, здесь нету тела, клетки, ткани, жира, крови, ничего абсолютно. Есть сигнал. И появилась целая серия, которая называется «Люминес». «Люминес» в переводе «сияние». А некоторые говорят, чем отличается? Вот у всех био, а у вас чем? У нас тоже био, более 80 биоингредиентов натуральные. У нас нет пропиленгликолей, парабенов и нефтепродуктов абсолютно. И у нас натуральные консерванты. Например, такие как сквален. И плюс 248 факторов роста. Такого нет ни у кого. Это единственная запатентованная технология в мире. Доставка фосфолипидов идет на наноуровне, то есть на каждом слое кожа способна получить нужный ингредиент, усвоить его. Я очень часто говорю, что у нас питание кожи. Это не просто какие-то средства, которые мы нам там наносим, чтобы увлажнилось или еще что-то делало. Мы даем коже то, что она должна получать по кровотоку изнутри, но в силу всевозможных обстоятельств недополучает. Мы даем извне. И очень часто люди говорят, ой, да у нас все чисто, и сосуды, и это, а что вы то стареете, если у вас все чисто и хорошее? Не все, значит, не до конца. Поэтому то, что кожа может недополучить изнутри, мы даем извне. И сыворотка включает в работу нашей собственной стволовой клетки, начинаются механизмы омоложения. Есть увлажнение. В течение 2 недель увлажняется водный баланс кожи, восстанавливается на 85%. Это не просто сверху вы чем-то намазали, отпотела кожа и типа влажная. Потом вы умылись, кожа снова сухая и шелушащаяся. Нет, ваша кожа становится нормальной. Влажность, как вот ну, не могу там сказать, что как у ребенка, но кожа обретает другой внешний вид. И плюс есть ночная регенерация. Внутриклеточный белок, фотокопия белка обеспечивает ксерокопия. Деление клеток обеспечивает внутри клетки белок, формируется из аминокислот. Здесь огромное количество вытяжек из всевозможных растений. Фотокопия белка обеспечивается, все витамины, антиоксиданты, все для того, чтобы наша клетка ночью отремонтировалась и была как новая. Конечно, есть умывание. Это капелька геля, которую мы разносим с водичкой по лицу и смываем все. И идет глубокая детоксификация, убирается макияж, плюс кожа увлажняется и регулируется уровень себума, выброса подкожного жира. Наш уровень pH
защитный слой кожи не размывается, потому что здесь нету агрессивных щелочей, и можно умывать личико, можно умывать детей, можно мыть голову, руки, ноги. Великолепный, кстати, уход за ногами. И чтобы заменить одно умывание, в некоторых коллекциях надо взять 2-3, а то и 4 кремика. Здесь, например, использование умывания. Одна девушка, у которой, ну, просыпалась, и утром на коже жирный блеск. 3 дня и проснулась с нормальным, хорошим матовым оттенком, без всякого жирного блеска. Есть еще бальзам для тела. Умный уход с эффектом омоложения. Помимо всех необходимых ингредиентов, которые нашу кожу делают ровной, не сухой, не жирной, абсолютно у вас не будет сухих участков, вся кожица будет очень ровная. И при этом еще улучшает микроциркуляция крови. Есть маска с лифтинг-эффектом. Эффект быстрой подтяжки лица. Мы сегодня с вами это увидим. И, знаете, результаты превзошли все ожидания. Некоторые люди: ой, новое, я не буду подопытным кроликом. Я говорю: да у вас не получится уже. Даже если вы захотите кроликами быть, не получится. Потому что в 100 странах мира используется эта продукция. Европа, 28 стран. И если бы это было плохо, то уж Евросоюз бы это ничего не принял. А здесь все качественно, замечательно. И у нас косметика прошла сертификацию. У каждого человека в вашем бэк-офисе на сайте сертификаты выложены уже. И смотрите, эффект. 24 часа. Кожа уже не шелушится и не мстит вам. Я сегодня еще получила фотографии от наших новых партнеров, которые начали недавно использовать косметику. 3 дня. Одна фотография молодой девушки и вторая дама постарше. Знаете, и на молодой коже заметный эффект. 3 дня. И абсолютно кожа обрела другое качество, другой оттенок. То есть, когда начинает работать лимфоток, наши все вот эти, то, что дает нам тусклый оттенок, соль тяжелых металлов, выхлопные газы, табачный дым, токсические всевозможные излучения, все, что нашу кожу делает вот такой непривлекательной, все это быстро очень уходит, и кожа меняет оттенок. Верхний снимок – это коллаген. Тональный крем не нужен, правда. На самом деле, очень многие люди используют тональный крем, когда надо что-то спрятать, когда-то есть какие-то неровности, когда тусклый оттенок, хочется, чтобы кожа была нарядной. Поэтому здесь, ну, от тонального крема очень сильно старится кожа. А здесь, знаете, вы когда используете, знаете, как говорят, кожа – это платье, которое нам природа дала один раз. И вот что мы делаем с этим платьем? Каким порошочком стираем? Срок годности 2 года. И в вакуумной упаковке, и после вскрытия. И, значит, челлендж-тест прошла косметика. Косметика гипоаллергенная. И имеется тест халяльности еще. И верхний снимок – это коллаген. Коллаген – это как резинка, которая, да, высохла и растянулась, превратилась в веревку. Нет, конечно, я же сказала, что абсолютно чистая косметика. Здесь нет ни парабенов, ни парабенгликолев, ни гормонов, ни ничего. Здесь нет стимуляторов. Здесь натуральные биоингредиенты абсолютно все. И плюс даже консерванты натуральные. Чистейшая косметика. У нас очень многие люди даже употребляли ее, ну, когда надо было решить проблемы, например, со связками, горло, язва желудка и так далее. 8 месяцев, верхний снимок, 8 месяцев – это колоссальный эффект подтяжки, когда волокна коллагеновые отрегенерировались. И нижний снимок – это эластин. Эластин – пружина, которая ломается, и если водный баланс кожи у нас нарушен, невозможно восстановить коллаген и эластины. За счет дневного крема среда создается правильная, за счет того, что стволовые клетки начинают работать, регенерируют все участки, и тогда наши пружинки снова упругие. 7 месяцев. Какая косметика в состоянии это сделать? Профессиональная? Ничего подобного. Пластическая операция? Ничего подобного, потому что пойдет деформация лица. И она, как бы виртуозно ни была сделана, пластическая операция, все равно ее видно. Плюс гормоны. Извините, долгое применение гормонов, если вы применяете, например, гормоны
свыше, например, даже 3 месяцев, у вас будет сжигание сосудов, и все. У вас произойдет привыкание, у вас пойдет тоже деформация. Поэтому косметика, которую мы применяем 3-й год подряд, например, и личико только улучшается. Поэтому здесь, конечно, роскошный результат. Это 100% альтернатива любым пластикам, ботоксам, мезо и так далее. Но все то, что я перечислила выше, это временное явление. Что такое гиалуроновая кислота? Одна молекула притягивает 10 тысяч молекул воды. Простите, у вас очок лица. Вся вода притекает к вашему лицу, лицо раздулось, глазики узенькие, но действие кислоты закончилось, ваша кожа стала что? Еще дряблее. Вам надо новую. До каких пор вы будете ее растягивать, пока она не треснет? И следующий момент. Ботокс. Ядовитый токсин. Ботулиновая палочка. Помните, в консервах съешь и умрешь. Но люди вводят это по кровотоку, циркуляция, разносится этот яд, и люди через 2 месяца применения, через 2 года применения ботоксов начинаются необратимые процессы с сывороткой. Сколько нужно применять сыворотки, сколько хотите. И если говорить вообще о пластических операциях, то это тоже временное явление. Я, например, видела недавно по телевизору одну особу публичную. Я когда узнала, что ей всего 51 год, но она вся в каких-то там силиконах, лицо огромное, потому что туда чего-то закачали, какие-то гели, щеки растянули, бороду растянули, голова стала в 3 раза больше. Морщин-то нет, но выглядит она, к сожалению, как монстр. Здесь косметика, посмотрите, пятна. Когда у нас регенерация идет 28 дней кожи, клетка родилась на подкожном слое, вышла наверх, чешуйку внешнюю вытолкнула. И вот этот процесс у нас идет бесконечный. Мы огромное количество чешуек, как говорят, 80% пыли, которая содержится в квартирах, это наша с вами кожа. Потому что постоянно идет отторжение вот этих чешуек. Но когда замедляется процесс регенерации, тогда ряд ороговевших чешуек остаются на поверхности дольше, они больше получают ультрафиолетового излучения, и тогда вот эти образуются пятнышки. Если косметика возвращает да, нашу кожу к правильной регенерации, то тогда и эти чешуйки, отшелушиваясь, они заменятся на новые, и тогда не надо обдирать, не надо сдирать кожу. Моменты регенерации восстановлены. Как у женщин, как и у мужчин. На какое время хватит эффекта? Ну, знаете, я, например, мне 55 лет, то есть мы не продаем бальзамирование для мумий. Один раз использовала, на всю жизнь тебя хватило. Например, вот эта женщина, которая с пятнами. Вот она взяла, использовала эту косметику, и смотрите, какое у нее лицо. Я уверена, что она это будет использовать всегда, чтобы не превратиться снова вот в эту страшную старую пантеру. Вот. И если, например, мне 55 лет, скажите, пожалуйста, если я не буду использовать эту косметику, ну, я не хочу ее не использовать. У нас были периоды, когда мы там 3 месяца не использовали, 4, когда не было поставок. Мы первый раз попробовали, потом там полгода ждали. Но я не могу сказать, что мое лицо там обвисло, поменялось или превратилось в какую-то страсть Господню. Нет, эффекта хватило. Очень многие люди отмечали, что вот летом тоже у нас был перебой. Да, мы ожидали косметику, что мы получим ее там в августе, но получили уже в октябре. И это тоже как раз такой весенний период, и мы не американский продукт. И когда мы не использовали косметику в осенний период ветров, перемен и так далее, кожа была хорошая, влажная, защищенная, и все было прекрасно. Каждый снимок говорит об уникальных вещах. Тело, смотрите. Да, бальзам, и ваша кожа абсолютно ровная и чистая. Детки, процесс заживления, благодаря сыворотке, представьте, вот такой страшный
такая страшная травма. Дети же расчесывают, заносят всевозможную инфекцию. Здесь сразу успокаивается любой ожог, любой зуд, любое какое-то повреждение. Вверху ожог термальный, внизу кислотный. Чтобы заживление после ожогов было быстрое, за месяц. Нижний снимок за два. Без всяких изменений такого не было никогда. И тесты показали, что кожа стала лучше после использования косметики, чем она была до. Это точно я убедилась. Но у нас убедились очень многие люди. И люди очень многие, да, опрокидывали на себя кипяток, мозоли, да, когда намазываешь, тут же уходит боль, и на следующий день не остается следа от этого страшного мозоля. Хватает сыворотки одного тюбика. На сколько времени? Ну, смотря как вы используете. Есть люди, которые на 2 месяца хватает, есть те, которые на 6 месяцев растягивают. Я, конечно, не знаю, каким образом они это делают. Вот, есть у меня дама, которая за 2 недели все на себя, видимо, с очень, очень толстым слоем мазала. Вот, поэтому при нормальном использовании, как любая качественная косметика от кутюр и выше, то есть я всегда сравниваю, наша косметика ничего общего с дешевой косметикой не имеет. Наша косметика ничего общего не имеет с классом Market Mass. То есть это то, что там Лореале, Виши, Мари Кей и так далее. Да? Сетевые компании, например, такие как Avon, я уж не говорю там про Oriflame и так далее. Это косметика класса Милд, среднего. Потому что когда там кремик до 1000 долларов, он доступен всем. Я сравню с селективной косметикой от кутюр высокого, хай-люкс класса. Вот. Поэтому все косметики этого класса, их хватает 2 месяца. Да? Поэтому и здесь примерно такой срок. Вот, кстати, я хочу поговорить о... Меня спрашивают иногда рубцы, но не новые. Я вам приготовила, я сейчас готовлю новую конференцию, я вам приготовлю там разные новые эффекты, вы увидите, как это происходит. Даже старые рубцы, все уходит. Время, да. Использование 1,5 года, но тем не менее. Абсолютно чистое красивое лицо. 2 месяца. И уходят любые с стрептокой, помогает при... витилиго – это гормональный сбой. Это не проблема кожи, это проблема эндокринной системы. Поэтому надо восстанавливать вместе. У нас есть внутренняя функциональная еда и плюс внешнее воздействие на и ваши меланины будут работать и вырабатывать гормон, будет вырабатываться пигмент, и тогда вы получите хороший свой эффект. Помогает. Любые части тела. У меня очень много людей, которые уже отметили. На одну руку капают сыворотку, как у этой женщины. Одна ручка молодая, а вторая не очень. Используйте бальзам для тела, очень хорошо помогает для рук. Каждая часть тела, ученые доказали, что регенерируются все органы и ткани. Все подлежат обновлению. Например, кишечник. Каждые 2 дня одна клетка отмирает, новая рождается. Кости, замена цикла всех клеток, всех абсолютно, полностью 10 лет. Там печень 3 месяца, сердце 25 лет. А тонкие коллагеновые, эластиновые волокна, там хондроитин, глюкозамин, на самом деле эти все вещества, они очень быстро восстанавливаются. У нас очень много результатов, когда улучшается вообще качество волос, лысины зарастают, таких результатов много. Целлюлит. Это липодистрофия. Дистрофия, не хватает липожир, потому что нарушен кровоток, по кровотоку не проходит питание для кожи. И тогда образуются вот эти впадины. Но когда мы улучшаем кровообращение, микроциркуляцию крови, то есть у нас же сосуды прилегают, и кожа, и мясо, и все вместе, это все единая система. И тогда и идет восстановление. По лимфотоку убираются токсические вещества, которые делают некрасивый оттенок, и тон кожи меняется. У беременных очень часто происходит гормональный сбой, и от недостатка питания кожи происходит вот такой вот как бы треск, растягивается и трескается кожа. То есть у нас есть очень хорошие витамины красоты вовнутрь, которые
помогают поддерживать состояние и помогают нашей коже, опять же, регенерировать вот эти поврежденные участки. Я хочу сказать, даже застарелые участки, если, например, вот я рожала там, у меня дочери 34 года, представьте, сколько это лет назад, но сглаживаются участки кожи и заметно, то есть фактически не бросаются уже в глаза, но у меня не на животе, но... Может быть, когда-нибудь тоже покажу свои фотографии. И работает это так. Мне на 3 недели, но мазала очень большую площадь. Да, ясно. Дайте сайт. Какой сайт вам дать? Дадим сайт. Вы обратитесь, пожалуйста, к человеку, который вас пригласил, Клавдия, и он вам обязательно даст сайт. Работает это, как я уже говорила, на наноуровне. То есть кожа получает то питание на каждый слой, где она в состоянии ингредиент натуральный усвоить. Вовнутрь клетки проникают только натуральные вещества. И когда наша кожа на каждом слое восстанавливается, то тогда и происходит вот это, да, такой толстый хороший тортик вдруг сжурился весь, но со временем у нас увеличивается жировая ткань, там, где живут наши стволовые клетки. У нас увеличивается дермальный слой, где живут, грубо говоря, живут коллагены и эластины. И тогда у нас уменьшается роговой слой. Он становится эластичным, он не ломается. И наши вот эти складки, которые при улыбках, да, они уже не закладываются. Потому что когда мы молодые... Когда вы все начали пользоваться в России? Я начала пользоваться, я не только в России, я начала пользоваться 2,5 года назад. Вот это эффект одного применения маски, да? Маска с лифтинг-эффектом. И вот новые партнеры, которые уже попробовали один раз, очень заметно. И я вот разговаривала с девушкой, она молодая, у нее правильная система питания, она занимается йогой, она обливается. То есть она много чего делает для своего здоровья. И тем не менее, она заметила, после одной маски очень сократились поры. Прошла очистка, и лицо получило вот какую-то необыкновенную свежесть. И вы здесь видите, носогубная складка разглазилась, морщинка под глазиком тоже. Поэтому снимки потрясающие и эффекты потрясающие. Люди даже не верят, что так бывает. Конечно, это не потому, что вы одну сыворотку нанесли, и вы прямо раз и в красавицу превратились. Я не зря говорила, какой-то снимок 7 месяцев, какой-то снимок 8 месяцев. Вот это мой снимок, 2 года использования. Вот я когда улыбалась, и после того, как я после улыбки оставались вот эти заложенные лучи из глаз. Нижний снимок не остаются. Теперь улыбаюсь, и эти дороги не остаются на моем лице. Шея. Это то, что вообще не подлежит ничему, никаким, ни косметическим, ни мезо, ничему. Сыворотка, пожалуйста, разглаживает. И люди, посмотрите же, женщина очень преклонного возраста. Даже у нее выравнивается личико. И если она будет использовать пару лет, ее личико будет изумительным. Вокруг губ. Чтобы наши губы прекрасно выглядели, чтобы не надо было туда закачивать какие-то там всевозможные химические соединения или делать больно что-то там под кожу. Достаточно просто использовать сыворотку, все хорошо. Косметика, которая меняет внешний вид. Не просто разглаживает морщины, меняет внешний вид. Все отмечают, тон кожи изменился, цвет изменился, качество глаз прекрасно. Недавно тоже разговаривал с девушкой, она говорит, меня вообще поразило 3 недели, что произошло вокруг глаз. Глазки, то есть коллаген тут же отреагировал, и глазки открылись, они стали прекрасными. Можно красить ресницы и не делать из себя матрешку, не раскрасывать во все цвета. Мужчины, смотрите. Совершенно другой внешний вид. И вот внизу, я всегда говорю, вроде как и морщин-то нету. Но вот платье, если говорить про кожу, как будто вот ситец 50 раз постирали, и он уже такой вот блекленький. Ну, нельзя сказать, что морщинистое лицо. Ну, блекленькое. А правая фотография уже свеженькое личико. И так далее.
Нет фотографий, у кого нет фотографий? Но это может быть что-то с браузером. У всех нет фотографий или у кого-то? Что-то с вашим браузером. Попробуйте выйти и войти еще раз. Каждый снимок говорит о том, что... И мне люди некоторые говорят, да вот мы пользовались там косметикой, у нас косметика шикарная в нашем маркетинге, и у нас биодобавки хорошие, мы молодо выглядим. Вы знаете, вот эти снимки, которые я показываю, это снимки сетевиков. И они тоже все использовали качественные добавки и качественные косметики. Но тем не менее, при использовании вот этих вещей, вот левый снимок, это женщина лидер, лидер Мэри Кей. Мэри Кей, она работала 20 лет. И 20 лет использовала эту косметику. И смотрите, какое личико у нее стало. Это говорит о том, что там на самом деле много и пропиленгликолей, и парабенов, и всего прочего. И при накоплении начинаются канцерогенные эффекты. Здесь каждый снимок, просто восторг. Сейчас она, конечно, всей структурой присоединилась к компании Женес. И вот этот нижний снимок. Смотрите, ну и я не могу сказать, что прям особо там глубокие какие-то морщины, потому что достаточно женщина худенькая, нету больших там щек, заломов и так далее. Но верхний снимок шею посмотрите. 2 года. Вот это снимок 2 года. И когда увидела этот снимок, я сказала, в 55 лет хочу юбилей встречать без морщин. Есть возможность сегодня начать замедлять процессы старения и к 70 годам выглядеть как на 50. И не только выглядеть, но и чувствовать. Мы выбрали стать приверженцами науки, мы нашли свой фонтан молодости, мы его используем, и наш девиз Forever Young – оставаться молодыми всегда. И, конечно, помогает нам еще одно молодильное яблоко. Мы говорили о продукте Finity. Есть такой еще продукт, который называется резерв. Это огромная коробка, там 30 саше и саше, которое содержит ингредиент ресвератрол. В 2004 году сделано крупнейшее медицинское открытие. Дэвид Синклер доказал, что сиртуин контролирует нашу жизнь. И если он не работает, то тогда включается механизм уничтожения организма. И поддерживается он только вот биоингредиентом ресвератрол. В составе нашего продукта его достаточное количество. Ресвератрол, кстати, уязвим. Все там сушеные формулы или таблетки, или какие-то еще, это абсолютно как бы неэффективные формулы. Так же, как если вы высушите алоэ, неэффективная формула. Высушите гранат, неэффективная формула. Высушите чернику, неэффективная формула. Поэтому это сок. Здесь есть и черника, ягода саи, все ингредиенты, очень мощнейшие антиоксиданты, плюс ресвератрол в 70 раз сильнейший антиоксидант, чем все остальное. Поэтому клетка защищенная, поэтому, когда мы употребляем этот продукт, у нас нет внутриклеточных воспалений и мутаций. Что такое воспаление? Что такое артроз, артрит? Воспалительный процесс суставов, да, когда идет деформация, воспаление, которое мы ощущаем всевозможными болями. А что такое там всевозможные язвы? Когда начинается воспалительный процесс, и после этого мы начинаем с... Провокаторами являются очень часто кто? Дрожжевые и грибковые инфекции. Сегодня ученые доказывают, что грибковые инфекции лежат в основе рака. И поэтому, когда мы используем этот продукт, мы абсолютно убираем очень много причин, на основе которых развиваются болезни. Что такое холестерин? Это основа всех сердечно-сосудистых заболеваний. Ну, если не всех, то большинства. Потому что, когда наше с вами сердце по сосудам не может... Что такое сердце? Насос. Оно сжимается, разжимается, сжимается, разжимается. Что оно делает? Оно качает кровь. И если она не может качать кровь, потому что у нас все сосуды зашлакованы, наше сердце начинает давать сбой. Ей тяжело высасывать, да, там снизу и потом выбрасывать и прокачивать эту кровь. Но если мы с вами блистательно очищаем сосуды, у нас есть такие примеры, за 2 месяца холестерол был 7,8, за 2 месяца 5,4. Сосуды очищаются, кровообращение улучшается, сердечко. Есть люди, которые страдали страшными аритмиями, то есть если начиналось, то обязательно скорая помощь. Без скорой помощи живем, начинается, 2 пакетика выпили, красота. Очень вкусно, комфортно.
и обмен веществ, если у кого-то высокий сахар, сахар снижается, на инсулине сахар был 17, сегодня сахар 4. Есть еще один результат, тоже у девушки сахар был 6,7, 6,7. Молодая, много пила биодобавок разных фирм. На нашем продукте, сегодня она мне позвонила, сказала, говорит, слушай, у меня никогда не было такого сахара. Говорит, у меня 4 сахар, у меня вообще прекрасная поджелудочная железа, все просто, красота необыкновенная. Поэтому восстанавливает ДНК. Все, что является, да, искаженное ДНК, рождаются искаженные клетки. Клетки нормальные, кровоток замечательный, иммунная система блистательная, обмен веществ замечательный. Это что? Стопроцентное здоровье. Когда организм здоров, то тогда мы обеспечиваем себе долголетие. И у нас много продуктов, о которых я не буду сегодня говорить. Очень много результатов по восстановлению обмена веществ. Продукты все вот эти, мы их использовали, но мы раньше делали заказ из Европы. Сегодня мы делаем заказ из России. Мы работаем с новой системой управления возрастом клеток. Новое поколение полезных питательных веществ, открытых учеными, работает очень быстро, глубоко пролонгированный эффект, то есть длительный устойчивый эффект. И самое главное, все это безопасно. В руках Женес научные открытия, лучшие научные открытия последних 5 лет. 2009 год, Элизабет Блэкберн, Нобелевская премия. Технология активизации теломеразы, патент у Женес. Мировой лидер Натан Ньюман. 248 факторов роста. Мировой патент сегодня в руках Женес. Дэвид Синклер, ресвератрол. Помимо ресвератрола, огромное количество биоингредиентов, 4000 полезных тоненьких питательных веществ в этом ягодном миксе, который есть в продукте «Резерв». И медицинский советник НАСА. Это человек, который консультирует по питанию астронавтов. Космонавтов Америки. Он сегодня является медицинским советником Женес. И он тоже создал продукт, который имеет Нобелевскую премию. И он основоположник мировой новой науки эпигенетики. И он создал именно тот продукт, который позволяет... Он будет, к сожалению, у нас попозже, наверное, в декабре, может быть, в январе. Это продукт, который дает очень быстрые результаты. Синергетическая смесь 100 ингредиентов. 100 биоингредиентов в одном драже. И, конечно же, это обеспечивает жить в возрасте без Альцгеймеров, Паркинсонов, диабетов. То есть все можно перечислять огромное количество возрастных заболеваний. Можно жить без них и продлить себе активное долголетие, как я говорю, идти по жизни в припрыжку. И вот это все есть у нас. Сегодня мы это используем. Сегодня надо идти туда, куда завтра пойдут все. Сегодня очень много людей уже ищут эти продукты. Сегодня в 100 стран мира доставляется эта продукция. И сегодня это идеально востребованное рыночное предложение. 7500 компаний, которые предлагают товары индустрии wellness. Wellness – хорошее самочувствие. Все компании предлагают витамины, минералы, микроэлементы, аминокислоты для желудка, для щитовидки, для почек, для печени, для женщин, для мужчин, для детей, для почистить, для еще там что-то сделать. Точное попадание у Женес. Оно останавливает время, поворачивает вспять, убирает хронические заболевания. Хронические заболевания – это механизм включение активной старости. Сегодня каждую секунду один человек на планете Земля достигает пенсионного возраста. И что он слышит? Это возрастное, это неизлечимое, это хроническое, нет таблеток от старости. Таблеток нет, но есть уникальный продукт, который сегодня на расхват. Почему? Потому что компания основана в 2009 году, всего 5 лет. Создана потрясающая команда менеджмента управления, и Рэнди Рэй, Венди Льюис, основатели компании, имеют опыт 19 лет управления глобальными проектами. И они создали самую быстрорастущую эффективную систему за все 55 лет, работы отрасли. И продукция доставляется, представьте, 4 года
продукция доставлялась в 100 стран мира за 4 года. Сегодня этих стран уже больше, потому что с 1 августа присоединились Россия, Казахстан, Украина, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан. Скоро будет открытие Турции. Через 2 недели уже будет официальное открытие Турции. Такой логистики не было никогда. Такой мощной компании не было никогда. И компания всего 5 лет. 46 место, 7500 компаний. Среди них такие огромные компании, как Amway, 55 лет. Herbalife 40 лет, Nuskin 40 лет, там Vision 20 лет, еще какие-то компании, там Oriflame, Mary Kay. Это компании, которые десятилетия работают. Ну что такое 55 лет? А здесь 5 лет и уже 46 место. Компания взяла все мыслимые и немыслимые награды. Восходящая звезда MLM за товарооборот, увеличение годового товарооборота на 121% 2013 год. Компания входит в топ-100 среди 500 компаний не сетевых, самых крупных и мощно развивающихся компаний мира. И, конечно же, это гарантия. Когда компании-звезды появляются на сетевом небосклоне, редко, редко. И я не знаю компании, которые вот последние там 5-7 лет и вышли в звезды. Компания в этом году выходит в 2015-м, на миллиардные товарообороты. Если вы зайдете и посмотрите, сколько компаний имеет миллиардные товарообороты, вы удивитесь, их очень мало. И компании всего 5 лет. Благодаря чему? Уникальные технологии, уникальные продукты, опытная, богатая и независимая финансовая компания, дающая наиболее мощные возможности план выплат и система. И когда все это в одних руках, и самое главное, у ЖНС очень простая цель – дать возможность каждому человеку купить себе продукт со скидкой по большой, так сказать, единицу по оптовой цене. Каждый человек, особенно богатые люди, они любят экономить. И каждый человек согласится сэкономить 35%. Купить, например, одну сыворотку и сэкономить 35%. Но если вы будете следовать заповеди сетевой, пользуюсь, нравится, рекомендую, то есть вы за рекомендации будете получать очень хорошие большие деньги. 7 видов бонусов. Для того, чтобы сделать первый шаг навстречу ЖНС, регистрация $35, вы получаете офис. Компания вам дает полноценный виртуальный сайт, когда вы здесь можете дать возможность вашим клиентам купить всего лишь со скидкой на 10%, если они не хотят регистрироваться и становиться партнером компании. Вы можете там же регистрировать партнеров, там же можно выбирать продукцию, оплачивать, заказывать себе ежемесячно. Плюс там есть вся ваша генеалогия, все транзакции, кто подключился, какие виды премий, кошелек, управление деньгами. Плюс есть очень мощная система обучения. Сайт синтегрирован с разными мобильными носителями. То есть все то, что соединяется с интернет, то есть бизнес в кармане. Вы можете открыть смартфон, телефон в интернете, программу можно скачать на сайте себе. Пожалуйста, через мобильный телефон вы можете показывать сайт, видео, которые есть, очень много у нас всевозможных инструментов в виде флешей, где уже закачана вся информация компании. И поэтому это очень мобильные, современные инструменты. И сегодня вот это, кстати, очень хорошо покупает молодежь. Очень многие люди говорили, типа там, ну что это продукция там, да, старикам, для стариков и так далее. Но развитие бизнеса очень современное. И поэтому это очень важно. И первый бонус – скидка. Пожалуйста, покупайте на 35%. Хотите экономить – выбирайте пакеты. Базовый пакет – $250. Два продукта вы выбираете, пакет, два продукта здесь вам дарится. Если вы выбираете другие пакеты, большой объем дает вам возможность получать дополнительный процент к заработанным деньгам. Представьте, вы объем купили, а вам к заработанным деньгам деньги еще платят. 20, 15 и 10% оптимальный. 3 месяца и большой
6 месяцев, и у посольства там есть еще свои преимущества. А в данный момент новые партнеры могут подключаться на пакет основателя, что входит в базовый, сыворотка, резерв, в подарок получаете дневной крем и умывание. А пакет основателя дает вам возможность ежеквартальные бонусы. То есть вы сразу можете выйти на пассивный остаточный доход. 2% от глобального товарооборота компания делит между людьми, которые купят пакет основателя. Это акция разовая на момент открытия страны. Пакет президентский, он дает вам сразу годовую активность. То есть вы целый год будете активны. Вы оплатите посылку один раз, но вы все получите. И третий вид бонусов за личное приглашение от 10 до 25%. Много компаний, которые платят 3, 5, 4 и так далее. А, например, вы пригласили человека на маленький объем, вам заплатили $25. Вы пригласили на большой, вам платят $250. Я ни разу не встречала ни одной компании, которая за большие объемы платила бы $250. Пригласите 4 человека, вы вернули себе. Вы купили пакет на 1300, пригласите 5, вы уже вернули себе свои деньги. Все. И вы бесплатно делаете очень мощный бизнес. И четвертый бонус – это бонус бинарный. Что такое бинар? Би, два. Мы приглашаем человека вправо-влево. Миша, Маша, ребята нас повторяют, и у каждого есть свои вот эти две стороны, две ветки, которые мы развиваем. И бинарный бонус платится от работы команды, потому что когда мы покупаем пакет или делаем активность ежемесячную, нам насчитываются пункты или баллы, или CV, или PV, по-разному они называются в разных странах, но это в зависимости от перевода. И как только у нас набирается с одной стороны 300, с другой 600, закрывается цикл, нам платят $35. Нету такого, что ровно за неделю сколько закрылось, с перекосами, без перекосов, если, не если. Есть компании, которые там 500 циклов оплатили и все, потом это все отрезают. Здесь оплачиваются все уровни бинара. И если у вас в одной ноге 1 000 000 пунктов, а в другой только 300 набирается, как только набралось, заплатили, без вопросов. Ничего нет. И этот бинар сегодня привлекает огромное количество сетевиков, потому что начало бинара, когда под вами будет, извините, 15 стран, то сегодня, конечно, раздумывать, я думаю, не приходится. И ежемесячно только от бинара вы можете получать $105 000. Такого бинарного плана я не видела никогда и нигде. Если вы думаете, зарезервируйте себе место. $300 у взрослого человека, ну, должно быть для того, чтобы строить себе миллионный бизнес. Я думаю, что это не вопрос. Но работает очень мощная команда. И в каждый человек, которого кто-то сегодня пригласил, вас выбрали. Вас выбрали и пригласили участвовать в этом роскошном процессе. И как только вы регистрируетесь, подписываются каждый день люди. Каждый день абсолютно. Все люди будут вставать уже в глубину. И таким образом вы уже можете рассчитывать на командную премию, премию бинарной системы. На 100 PV сколько нужно сделать оборотов деньгами? $250 – это базовый пакет. Пакет Basic, когда вы ходите на $250. Он приравнивается к ТАСИВИ. А ежемесячная активность $100, она дает 60 CV. И на самом деле, почему сегодня очень много людей, которые работали в бинарах, преимущественно они выбирают бинарные системы. И когда система выгодная, надежная, очень много сетевиков сюда устремляется. Почему? Даже, например, вы подписываете нового человека, который не очень хорошо разбирается, пока он еще учится. Но когда он увидит, что в структуре уже очень много людей, он подвигается. Это нормальная, реальная финансовая помощь, финансовая, да, когда я интеллектуальный спонсор. А здесь и финансовая поддержка в том числе идет от наставника. И совершенно уникальный мейчинг-бонус, бонус соответствия, который удваивает доходы. Я видела много мейчинг-бонусов, которые всего трехуровневые, двухуровневые, либо,
да, когда вы набираете там 500 циклов и так далее. Но чтобы выйти наоборот 500 циклов, это надо, ну, поработать какое-то количество времени и создать достаточно большую структуру. Здесь вы пригласили 8 человек, лично 8 человек вы пригласили, вам добавляется с первого уровня 20%. Вы пригласили 8 человек, из них 5 на автошипе, то есть постоянно покупают. Вам платят 25%. Вы пригласили 10 человек, если они все на автошипе, вам первый уровень дает 30%. Вы пригласили 12 человек, первый уровень вам дает 20, 25 или 30, и второй 15. Есть у вас квалификация сапфировый руководитель, то есть 12 у них по 2, вы получаете 20, 25, 30, да, на как вы поработали первый уровень, второй 15, третий 10. И вот так по ступени продвигаясь до 8 уровня, по 5% платит вам компания. Это очень, это то, что на самом деле удваивает доход. Если вы в бинаре заработали 105 тысяч долларов, благодаря вот этим премиям у вас уже автоматически будет 210. И при этом, как я уже сказала, разница-то, не надо делать миллионные товарообороты. Когда мне, например, рассказали про компанию Tiandei и сказали, вот ты будешь держать склад, ты будешь получать 5%. Извините, чтобы держать склад, это сколько надо мороки иметь? И всего 5%. А здесь пригласи 10 человек, и тебе платят 20 и 15. 20 и 15, а там 5. И там сколько заморочи, а здесь очень легко. Я, например, вот тоже сегодня разговаривала с дамами. Я очень хорошо знаю накопительные маркетинги разных компаний. И там добавляются, да, вот эти лидерские уже дистрибьюторские бонусы спонсорские, там и 6%, и 8%, и 12%, и так далее. Но там надо делать немыслимый товарооборот. Здесь этого нет. Разница между квалификациями маленькая. Она буквально там $200. Но добавляются очень большие проценты к заработанным деньгам. Шестой бонус – бонус для лидеров. Бриллиантовые директора, когда вы выходите на этот ранг, 3% от глобального товарооборота делится между директорами. Глобальный, то есть везде, где работает компания, весь товарооборот делится между директорами. И, конечно, когда вы выходите на достойный уровень, бесплатные каникулы 2 раза в год. Зимой на Гавайи. Летом, ну, креативные каникулы, это, как правило, бывает июль месяц. И более того, сейчас компания тоже объявила каникулы для всех людей, которые начнут делать карьеру вместе с нами, которые сделают определенную работу в течение до февраля месяца, сегодняшнего дня и до февраля, до 28 февраля. Люди поедут в роскошное путешествие в Дубай, то есть там помимо того, что будет шикарное проживание, там будут шикарные разработанные программы развлечений для людей. Представьте, мы работаем, мы делаем карьеру, мы формируем себе огромную команду, и нас бесплатно везут отдыхать в роскошное место. Плюс ноябрь-декабрь – уникальное совершенно время, когда тоже объявлен промоушен. Проделывая определенную работу, делая карьеру, потому что вы выбрали присоединиться с Женес, все люди, которым надо карьеру, которым хочется работать и зарабатывать, очень хороший дополнительный заработок. Например, вы приглашаете человека на основной пакет на $600. На $600. И помогаете ему пригласить еще 2 людей. Вы можете заработать за $100 за личное приглашение одного человека. И плюс, если 2 партнера, то тогда закроется цикл, да, и вы получите там еще, ну, порядка $35-70, в зависимости, как структура работает. То есть, пригласив, да, группу из 3 людей, вы получаете $135 или $170. И плюс компания вам доплатит премию $100. Хорошо, правда? То есть можно заработать, пригласив группу из 3 людей на пакеты $600, получить сразу почти $300. И каждую группу, которую вы будете до 5-го поколения, с 5-го партнера
вы будете получать дополнительно $250. Если вам группа дает $170 плюс $250, сколько это будет? Начиная с 8-го, вам компания будет доплачивать за каждую группу $500. Этот промоушен будет длиться ноябрь и декабрь. Если вы будете приглашать людей на пакеты основателя, то тогда вы получите все виды премий, если вы пригласите 12 человек и больше, все виды премий, которые будут, вот, это и $100, и $250, и $500 за каждую группу, и плюс айпады, айфоны, в подарок. И представьте, вы уже сделаете квалификацию сапфир, если вы будете работать вот такими группами, тройками, а это уже квалификация, которая при хорошей глубине может давать доходы от бинарной системы $105 000. Если вас повторят два человека, вы уже рубиновый директор. Если вас повторят четыре человека, вы уже изумрудный директор. Шесть человек, вы бриллиант. И особо подчеркну, не обязательно, чтобы эти люди были лично вами приглашенными. У вас должно быть шесть человек, которые сделают квалификацию сапфир в разных ветках вашей структуры. Не обязательно лично вами приглашенные партнеры. И заработки людей, которые вообще без квалификации, люди, которые озаряются этим бизнесом, начинают работать. И знаете, когда я первый раз увидела вот этот снимок, мне думаю, ой. Знаете, когда прошло время, и сейчас, когда я открываю свой офис, и когда я вижу, что у меня закрывается очень много циклов в один день, обратите внимание, 3, 29, 3, 29. И если здесь закрылось 8 циклов, да, и когда у тебя закрывается, и когда у тебя есть еще там по $500 в день доходов и так далее, это очень замечательно. Вот, помимо циклов, я говорю, помимо вот этих премий, которые 8, да, $7 и $5. Вот. И $105 000, вот такой уже доход может давать средняя квалификация в ЖНС. Средняя квалификация в ЖНС. Парень, который приехал в Америку из Тайваня, он, не зная языка, он думал, что он там, весь мир для него, да, страна великих возможностей. Но, не зная языка, он никому не нужен был. И он только был чернорабочим, разнорабочим. Его даже не брали на постоянную работу. И он думал, что все уже кончилось. И когда однажды ему позвонили и сказали, вот есть такой проект, он мощно стал работать. И вы знаете, за там 2,5 года он заработал $5 000 000. $5 000 000 за 2 года. И сегодня, когда вот мы были в Макао, мы видели его. Это счастливый человек. У него роскошная жена, красавица, дети. И он говорит, я обрел человеческое счастье. Поэтому это на самом деле компания, которая дает великие возможности. Джейсон Караманис – это первый человек, который сделал тройной бриллиантовый директор квалификацию. Для него создана квалификация. Вот. И вот в центре, если вы заметите, где изображены денежки, там 6.11.2012 год, и там 103 тысячи долларов в неделю. То есть это пакет основателя. Пакет основателя, который дает, помните, 2% и так далее. Так вот, когда он начинал это делать, то у него была небольшая структура, но она очень мощно выросла. И вот 50 тысяч – это только дивиденды, которые он получил от премии пакета основателя. Поэтому думайте, пока для новых людей это есть, а используйте этот глобальный великий шанс на самом деле. Ким Хуа – это первый человек, который достиг квалификации двойной бриллиантовый директор. Она вообще легендарный человек. Ее заработки составляют свыше $300 000 в неделю, заработка этого человека. Вы знаете, я работала в компании, где казалось, там, ой, все мощно, круто, классно, но там самый большой чек был $120 000. $120 000. Самый большой чек у самого крутого лидера. Здесь свыше $1 000 000 ежемесячно. И это говорит о том, что здесь на самом деле план, который позволяет сегодня капитализировать время. Есть за что бороться. Работаем. Наша система, она очень эффективна. Сегодня очень много людей присоединяются просто очень легко. Повтори.
Повтори, что сделал впереди идущий человек, и у тебя будет такой же результат. А если это работает? А если я начну зарабатывать? Знаете, мне сегодня очень приятно, когда люди звонят и говорят, ой, а я открыл в бэк-офисе, а у меня $900. Проходит немножко времени, там, не знаю, 2 дня, ой, а у меня уже свыше $1000, а ой, а у меня еще там вот. Кто-то заработал там $1500, кто-то $2000. Это очень приятно, когда твои партнеры зарабатывают. Я от души всем желаю великих свершений. На самом деле не надо быть великим, чтобы начать. Но чтобы быть великим, надо начать. И все получится. Вливайтесь в наш проект. Работаем мы очень просто. Регистрируемся, пользуемся, нравится, рекомендуем. Пишем список знакомых, приглашаем на конференцию. Я вам желаю удачи, успеха. Огромное спасибо, что вы нашли время и провели это время с нами. Все, пока-пока.